Он состоялся на площади Флага. Участие в акции приняли студенты, волонтеры отдела добровольчества и волонтеры серебряного возраста. Они выстроились в форме сердца и выпустили в небо воздушные шары с пожеланиями. В целом, для привлечения внимания к проблемам детей, больных раком, с 1 по 15 февраля в Краснодарском крае пройдет несколько благотворительных мероприятий.